разогрета и весьма результативно разогрета в Лондоне поединком Фулхэма и Арсенала. А продолжение хозяева, прямо скажем, ох, как не балуют своих поклонников. Одна победа с начала чемпионата у подопечных Марков. Такое, ну, действительно, добротную погоду. Сравните, что было накануне в Лондоне. Райан Бертран, 22-й. Нейтан Редмонд, 9-й номер Дани Инкс. И, наконец, 20-й номер. Ну и так, на всякий случай, ухоженная борода. Жиру где-то рядом. Ух, как тяжело было Алексу Маккарти, но он спрыс Баркли под 8-м номером. Ну и линия атаки. Вильям номер 22-й. Эден Азар номер 10-й. И Оли Волг ждал появления именно такого специалиста. И Фабрига сказал, что у него, кстати, да, контракт заканчивается по итогам нынешнего сезона. Азар против него выдвигается. Лемина, передача на Маркоса Алонсо. Видите, какое движение сделал Маркос Алонсо. Зашел в штрафную соперника. Беднарек. Хороший проход Эдена Азара. Но здесь тяжело было стражу ворот Саутгемптона. Но он смахнул своей подача. И Уэсли Худ первый был на мяче. Здесь один удар Эдена Азара. Ух, как здорово. 35-й номер отрабатывает не только за себя, как кажется. Момент у Челси. Вильям. Левая нога Эдена Азара. И снова Ян Беднарек здорово играет. Просто заблокировал еще. Никак не игра. Челси привело к тому, что 3-2 в итоге Челси победил и поехал домой со счетом. Еще один. Снова в сторону чужих ворот. Хороший пас. Рюдигер прострел. Посмотрите, как центральный защитник трудится в качестве... чем возразить, нечего предъявить. Слишком сильная передача. Жоржиньо рядом. Смотрите, какой контроль мяча. И подача! Уэсли Худ. Да, вот работает сегодня главным. Но это Марк Хьюз, у которого ужасное просто 6 поражений. Да. Тут, конечно, есть о чем приуныть поклонникам святых. Не до атак. Тут бы пожар у своих ворот потушить. Слишком сильная подача, как кажется, от Маркса. Ну, наверное, слишком сложно было задумано. Так успокаивает партнеры Оливье Жиру, который... Но касание теперь на Эдена Азара. Здорово развернули. И Азар поперек на Канте удар. Жоржиньо заброс. Вильям сброс какой. И ошибаюсь. Совсем недавно они попали под каток. Ну как недавно? Относительно недавно, но сами. Все в такт. И все на скоростях. Вот здесь. Поперек сначала Азар, затем комбинации пальцев. Вильям. Ух, какой прыжок. Оливье Жиру. Кстати, Редман. Редман. Момент. Прострел. И где мяч? Габьядини, удар! И будет подача, опаздана на... Челси с начала сезона. Прошел. Посмотрите, как здесь здорово взаимодействовали Редмонд и Бертран. Подает Райан Бертран. Пас вперед, и он проходит. Проходит на Азара. Будет обыгрывать Беднарека. Нет, он отдает. Падение. Угловой у Челси. На ближней штанге здорово играет Росс Баркли. Протокол. Воскресенье. Ну и, конечно, главное событие тура будет венчать. И воскрес. Буквально-таки в упор не забил Дани Инкс. Отличный момент. Азар. 1-0. Чейном матче чемпионата. И вот третий матч подряд своей команды. Он по-прежнему лучший бомбардир. Всего в сезоне у него минутная расслабленность. Вовремя сделанный пас Россом Баркли. Командовал кто-то из защитников Саутгемптона. Челси, так вот, Эден Азар назвал. Воспитанный молодой человек. Сейчас не об этом, сейчас о моменте Росса Баркли. Ситуации
Хороший пас. И на третьего, на Азара. Как классно же они играют. Сложный момент. Не знаю, Крейг Поулсон внешне был спокоен. Но, на мой взгляд, все-таки игра в мяч. Исследовал и выбил мяч. Но угловой, но умница и Жиру. Какой